Наша болельщица подготовила специальный подарок для Ате Энгрена, вратаря хоккейного клуба «Атлант», который сегодня празднует свое 27-летие. Вот сейчас вы можете посмотреть на этот оригинальный торт. Маш, скажи, пожалуйста, почему тебе нравится именно Ате Энгрен среди игроков «Атланта»? Ну, он вратарь, это первое. Ну и красивый. Вот, все. Почему такой непатриотичный выбор? Много же русских наших симпатичных ребят. Почему именно Ате? Он особенный. У него... Он весь красивый такой. Пойдемте тогда поздравим особенного с днем рождения. Не могу. Ате, получал ли ты когда-нибудь и раньше оригинальные подарки? О, это первый подарок от фанатов, приготовленный специально для меня. Какие планы на остаток дня? Отмечать день рождения? Нет, еду домой, буду принимать поздравления и настраиваться на завтрашнюю игру. Может быть, тогда собираешься отпраздновать после матча против СКА? Не знаю, если честно, ничего особенного не планировал.